И еще одно клевое видео от Прохора Шаляпина. Многие меня упрекают, что я живу за чужой счет. Ну, во-первых, не за чужой счет. Господь посылает. А во-вторых, я создан не для работы, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха. Вообще, я считаю, что Прохор правильно сделал. Он устроился вообще по жизни очень даже хорошо. Да, его бывшая покойная жена уже, она была старше его, но тем не менее, он живет хорошо с его внешностью молодого симпатичного мужчины. Почему бы не пользоваться своими возможностями? Все по факту.